Всем, ребята, доброго времени суток. Сегодня хочу снять ролик об уксусной угрице. Вот. Так, что это такое? Это культура, это червячок, микрочервь, очень-очень маленький, чуть-чуть больше, чем инфузория, да, инфузория это одноклеточная. Вот. Где она обитает? Обитает она в старых винных бочках, где остатки вина, в основном остатки вина, остатки уксуса, заводятся эти культуры там. По крайней мере, оттуда мне ее, скажем так, передали. Вот. Пропорции идут 50% яблочного уксуса, 50% воды. Желательно отстоянное. Но я брал воду с аквариума. И кусочек яблочка. Яблочко они используются как питание. Как фильтруется? Фильтруется обычно так, как мы фильтруем артемию. Вот. Газовая ткань. Минималка это 600. Ну, 600-800. Вот. И берем. Вот. Аккуратненько просто берем. Из баночки наливаем. Налили, подняли и сцедили. Вот мы уже видим на ткани, вот, осел микрочервь. Вот. Чем удобна эта культура, ребят? Что червячок, вот именно червяк, он разнокалиберный. Допустим, артемия, она в основном идет вся одного размера. Вот. Уксусная угрица же, есть маленький червячок, да, есть побольше, есть вообще, вот здесь осталась у нас жидкость, здесь тоже есть остатки маленького-маленького червяка. Вот. Ну, сейчас не видно, но оно как инфузория получается, размером инфузории. То есть этот остаток, который мы слили, вот, снова выливаем в банку. Вот. Эту угрицу можно промывать, но я не промываю, так как ну, нету смысла. Если здесь даже капелька какого-то уксуса останется, то, вот она на свету, такая чуть-чуть оранжеватая. Вот. Вот. А я опускаю, беру просто опускаю, скажем так, сачок. Вот. Опускаю его в баночку и смываю уксусную угрицу именно с сачка. Вот. И все. И сейчас посмотрим, как наши рыбки кушают уксусную угрицу. Вот сейчас видно много червя, скажем так. Есть и крупный, и мелкий червь. Вот. И вот рыбки его кушают. Маленькая, скажем так, отстающий малек, он на дне, как правило, сидит. Вот. И мелкий червь, он тоже падает на дно. Крупный, он уже плавает хорошо, а мелкий падает на дно. Но он все равно плавает, и рыбка его кушает. Чем мне и нравится культура уксусной угрицы, тем, что червячок разнокалиберный. Он, видите, уже животики набитые, серебряные животики такие стоят. Это рыбка Дания Арерия. Вот. Ей где-то, я не помню сколько, ну, недели уже. Нет, две недели. Две недели от личинки, это двухнедельный малечек. Вот, есть уже такие хорошие лидеры особи. Вот. Отстающих есть процентов 10 есть отстающих. Ну, чтобы сказать, затянутых нет. Затянутых нету. Здесь может штук 5. Есть какие-то, но еще не видно. Вот. Ну, так в основном с одной самочки, в принципе, малька нормально. Вот. Уксусная угрица, ребята, она, сейчас подойдем к баночке, вот, со времени запуска, вот, я ее подкармливал только, уксус не менял. Вот сегодня хочу разделить культуру, то есть отлить где-то стакан
культуры, сделать новый раствор, вот, и переселить. И немножко добавить сюда уксуса и воды. То есть обновить жидкость. И потом брошу яблочко, и пусть здесь, скажем так, развивается дальше. Вот. У меня там есть еще две банки уксусной угрицы, вон они стоят. Также, ребята, уксусная угрица, она выходит, если посмотреть, она выходит вот здесь на стеночку, видите? Вот. Но в этой банке не так видно, а вот в тех банках, что у меня там вот стоит, да, вот явно видно белая полоса сантиметровая. Я просто вечером беру пальцем, собираю с края банки и даю рыбкам кушать. Вот. Вот. И хочу еще запустить такую жидкостную, потому что снова буду садить рыбок на нерест, вот, чтобы было побольше угрицы. Закрываю ее обычной крышкой, в крышке пару дырок. Вот, эта банка еще с того дня, как у меня появилась уксусная угрица, и ставлю, так скажем так, в место, где не попадает прямой солнечный свет. Вот у меня прямой солнечный свет сюда не попадает, вот ставлю я туда. Вот видите? Это тоже уксусная угрица. Она чем-то напоминает угрицу, которую выводят на кефире и на, скажите, я скажу, кефир и булка хлеба. Но здесь вы видите, нету никакого хлеба, никакого кефира. Вот. Вот червячок. Раз. Вот собрали, допустим, на палец. Вот. Собрали червячка. Вот. И дали рыбасы там кушать. Все очень просто. Культура удобная. Культура стабильная. Стабильность ее еще в чем? В том, что она не ложится так, как инфузория. Инфузорию можно один день, два дня, скажем так, ну, накосячить можно. Либо с кормом, ну, с чем-то можно накосячить, и инфузория может просто исчезнуть. И, то есть культура не особо такая стабильная. Вот. Уксусная угрица, культура стабильная. Чтобы убить эту культуру, либо нужно полностью перекрыть доступ кислорода, ну, либо поставить на солнце. Но только так можно загубить, вот, именно культуру. Даже если забывать кормить, у меня было такое, что я месяц не кормил, культура все равно остается. То есть популяция не уменьшается, они питаются за счет уксуса. Вот. Вот такое вот видео, ребята. Я перед этим сделал ролик, там косяк был со звуком, он не пошел. Ну, пришлось переделывать. Да. Я прошу прощения за голос, я немножко приболел, у меня еще температура до сих пор. Вот, кашель, насморк, ну так, ничего страшного. Но работаем все равно с рыбасиками. Вот еще малыши такие у нас появились. Это пицилия баллон, малыши. И неоновая пицилия тоже. Вот. Баллонов здесь 100 штук. Есть немножко проброс таких желтеньких, я смотрю. И есть вообще прозрачный он там. Ну, посмотрим, что вырастет. Неоновая уже начала окрас набирать потихонечку. Вот рыбка чувствует себя хорошо. Вот. Ну, сегодня буду делать подмену у барбуся. Вот. Вот такие вот новости по разводе. Всем спасибо и до новых встреч.